Прости, если я отвлекла тебя от дел. Ты мне нужен. Зачем? Хочешь признаний? Хорошо. Неужели будет чистосердечно? Ты можешь мне не верить в той истории с долгом, но... А что? Можно поверить во что-то другое, или ты удивишь меня? Уже удивила. Саму себя. Боюсь даже предположить. Твоя Анна. Почему-то она не уехала в Петербург. Так это ты? Что ты ей сказала? Я не знаю, когда ты решишься быть с ней. А когда-то это обязательно произойдет. Не пугайся. Я с ней не была столь прямолинейна. Просто ты был в таком состоянии, ты мог бросить под пули. А при твоей службе совсем очень легко покончить. Прости, я должен был это понять. Она тебя ждет. А ты слишком любишь свободу. Видишь? Я лучше всех тебя понимаю. Ты всегда меня понимал. Я тебя иду искать. Желаю, Антон Андреевич. Да. А Яков Платонович прибудут? Да, прибудут. Позже. Значит, тело хозяина дома, купца Караваева, обнаружила служанка в 5 часов утра в его кабинете. Угу. Бал был в разгаре. Гостей опрашивали? А, опросили, а как же. Мы ж тут ни свет, ни заря. Ну да. А, кстати, доктор Милс уже тут. Здравия желаю. Здравия. Ой. Что же они убивают-то друг друга, а? Ульяшин, скажите мне. Анна Викторовна! Анна Викторовна, я прошу вас, уделите мне, пожалуйста, несколько минут. Моя фамилия Куницын. Мне очень нужно с вами поговорить. Да, конечно, присаживайтесь. Да, спасибо. Пожалуйста. Доброе утро, доктор. А, да-да. Уже утро. А у нас только один труп. Действительно, доброе утро. Какое же еще? Кстати, Яков Платонович мне. Он прибудет позже. Ульяшин, докладывайте. Слушаюсь. Около 2 ночи, по свидетельству гостей, Караваев ушел из зала. Выстрела никто не слышал. А, уже так. Родственников у Караваева в Затонске нет. Холост, жил один. Со слов его компаньона господина Куницына, долгов у него не было. Ну что ж, со своей стороны скажу следующее. Пуля вошла с правой стороны, ниже виска, 2 сантиметра. А вышла ниже левого глаза на 3 сантиметра. Стало быть, направление раневого канала наклонное. Ну, иными словами, стреляли сверху вниз.
Да. Выходит, что самоубийство. А угол наклона, ну, видимо, рука дрогнула в последний момент. Точно так. Самоубивец. Взял ведь грех на душу. Какая же все-таки смертоносная аура пронизывает наш городок. И представляете, мне говорят, что он застрелился, да? Это в разгар веселья. Боже мой, какое несчастье. Какое... Простите, Куницын? Александр Петрович Куницын, купец второй гильдии. Александр Петрович, он был вашим родственником? Кто? Как? О, Караваев, нет, это мой партнер. Оптовая торговля, Караваев и компания. Александр Петрович, я очень вам сочувствую, но помочь ничем не могу. Анна Петровна, ну, может быть, с помощью своих способностей вы все-таки сможете как-то понять, что там произошло на самом-то деле, кто Александр это сделал? Александр Петрович, миленький, ну не по адресу вы ко мне пришли, вам бы в полицейский участок был. Анна Викторовна, известно, что вы иногда беретесь за некоторые, так сказать, трудные, может сказать, труднейшие дела. Бралась, но не берусь больше, понимаете? Не занимаюсь я этим. Прошу прощения, прошу меня простить, мне пора. Виноват, Анна Викторовна. Боже мой. Петрович, ну не берусь я больше, понимаете? Ладно, ну не берусь. Я прошу вас, я прошу вас. Петрович, миленький, ну не занимайтесь. Понимаете, это же очень важно, это же очень важно. Ну, наконец-то. Я уж думала, ты до вечера проспишь. Я уже кофе пила. Вставай. Будем завтракать. Твой кофе уже остыл? Я попросила завтрак сюда. Прости, надо ехать. Я и так проспал на службу. Ах, да. Ты же у нас еще и служишь. А раньше тебе моя служба не мешала. Как бы я хотела, чтобы мы с тобой вместе въехали в Петербург. Ты же знаешь, это невозможно. Не знала, что ты будешь так держаться за это место. Далеко еще? Ты греби, знай. Близко уже, я скажу, когда. Ага. Ты час назад сказал, что близко. И ты греби. Давай бодрей! Смотри, воду не урони. Товар в этот раз добротный добыли. Ты подсобил, что ли? Надо было голыман больше и просить. И валить от седа поскорее. Ну где подвода-то? Будет подвода. Голосистые тут у них псы, как петухи, а городовые хваткие, как псы, замешкаешься. Прощай, Воля, принимай меня,
Жизнь тюряшная. Давай, давай. Аня! Маша! Сто лет тебя не видела. Кажется, еще с гимназии. 4 года уж минуло. Да целая жизнь. Ты не бываешь почти нигде. Да. Работать приходится много, сестер поднимать. Я у Караваева в компании. У Караваева? Угу. У того самого? Да. Экономкой. А отец мой управляющий. Меня Куницын к тебе прислал. Ты ему отказала, а он узнал, что мы учились вместе. Я понимаю. Ты меня пойми, я же душа подневольная. Он очень рассчитывает на твою помощь. И напуган страшно, грозится папеньку уволить. Ну хорошо, я попробую ради тебя. Правда? Спасибо. Я практически убежден, что выстрел был произведен с некоторого расстояния. Почему? Ожога нет. Если бы пистолет был приставлен к виску в упор, был бы ожог, а его нет. Верно. А еще направление раны указывает на то, что выстрел производился сверху вниз, неестественно для самоубийцы. Совершенно верно. А почему же вы сказали обратное Калучину? Затонск очень маленький город, и слухи разлетаются быстро. Не хочу, чтобы злоумышленник знал, что его ищут. Разумно, Антон Андреевич. Делайте успехи. Вы знаете, около месяца назад в соседней губернии произошел подобный случай. Был бал. Самоубийство. Только пуля вошла в горло и стреляла, вы представьте себе, дама. Хорошо, что вы читаете внутренние циркуляры. Да нет, циркуляры тут ни при чем, отчеты, циркуляры нет. Я прочитал это в Затонском телеграфе. Похоже, мне тоже нужно будет подписаться. Я вот что думаю. Самоубийство Караваева тоже инсценировано. Вы проверьте, если у него были конкуренты. Да, я узнаю. И если это так, то... Куницыну тоже может угрожать опасность. Ну или злоумышленником может оказаться и сам Куницын, желая завладеть долей Караваева. Нужно проверить также финансовое положение их компании. А вам не кажется, что случай в соседней губернии и этот случай, они могут быть как-то связаны? Чем? Даже не чем, а кем. Преступником. И его внутренней потребностью убивать. То есть он по каким-то признакам выбирает жертву, а после этого все обставляет как самоубийство. Любите вы бесперспективные версии, Антон Андреевич. Яков Антонович, вы сами говорили, что нужно проверять все версии. Ну вот и проверьте. Отправьте запрос в соседнюю губернию. Нужны детали для сравнения. Опять за старое? Нашел. Нашел в чемодане. Не поверишь, хотел выбросить. Так давай я выброшу. Садись. Фокус покажу. Выбирай карту. Любую. Любую. Запоминай. Угу. Хорошо запомнил? Да. Сколько же ты проиграл за свою жизнь? Миллион? Может, и миллион. А может быть, и два. Но все это в прошлом. Все это ошибки молодости. Ошибки молодости. Она? Нет, не она. Не она? Нет. Ты ничего не слышал о происшествии на балу у Караваева? Слышал. И все слышали. Потому что только об этом с самого обеда судачат все сплетни, только об этом. Угу. Это? Нет, не она. И что говорят? Говорят, сюсиде, дуэль с самим собой. Ну? Нет, не она. А почему так говорят? Потому что это официальная версия полиции. А почему тебя это интересует? Потому что ко мне обратился компаньон Караваева, Куницын. За помощью. Да и она. Ну и что ты ему сказала? Он просто не верит, что это суицид. Он думает, что это все подстроенное самоубийство. Еще раз. Еще попытка. И, вероятно, это конкуренты. Я все вижу.
Любезный Петр Иванович, сначала вы моей дочери голову всякими духами морочите, а теперь, смотрю, к своей картежной страсти приобщаете. Ну, полноте, Мария Тимофеевна. Вы же сами видели. Простой фокус. Самый простой. Пустяк и забава. Пустяк. Знаю я ваши забавы. Не говорите так, это любимая племянница. Бог знает, что подумает о своем дяде. Ой, ну что ты, дядюшка, я люблю тебя со всеми твоими недостатками. О, которых практически не существует. Ну-ну. Ой. Душой он чистый ангел, невинные дети. Следует, однако, отметить, что порой Мария Тимофеевна обладает качествами, очень похожими на удивительную проницательность. Прямо вот. Так что там, Куницын? Звали, Александр Петрович? Да, звал, Порфирий Семенович, звал. Заходите. Догадываетесь, зачем звал? Не могу знать, Александр Петрович. Тогда давайте на чистоту. Хоть вы, известное дело, обижены на меня. Господь с вами, Александр Петрович. Столько лет служил вам с радостью и рвением и... Ну, мы-то с Караваевым, честно говоря, не очень были довольны вашим отношением к делу. Ну, признаться, так и не нашлось достойной кандидатуры на ваше место. Благодарю вас, Александр Петрович. Я ведь всегда был предан вам и покойному. И если вы даете мне такой шанс, я обещаю, я исправлюсь. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Да, да, давайте забудем о раздорах и возвращайтесь к работе. Да. Я. Постойте, постойте, постойте. Да-да, топ. А вы сами-то где были минувшей ночью? Так, бог свидетель, Александр Петрович, дома с дочками. Где же еще-то? Ну, все, да, 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 да. Ступайте. Ступайте уже, ступайте, ступайте. Анна Викторовна, ужин. Я ждал вас. Иди, пожалуйста, иди уже. Я верил, что вы отзоветесь на мою просьбу. Пожалуйста. Это только потому, что мы с Машей Солоницыной вместе учились. Ну, да. Ну, рассказывайте. Ну, как это случилось? Караваев в связи со своим юбилеем устроил бал-маскарад. Угу. Ну, все-таки 45 лет уже. 45? Да. Ну, не то чтобы круглая дата. Так был бы повод, понимаете. Николай Иванович, он же был широкой натуры, знаете. Он такой загульный был, любвеобильный. Он, знаете, да, женщин большой охотник, да, был, да. Так что он очень жизнь любил, очень. И не мог он застрелиться. Не в его это характере. Когда и где? Что? Застрелился. А, в кабинете у себя под утро, говорят. Пили много, знаете, веселились, знаете, там. Мы все время вместе держались. Потом я его как-то потерял из виду. Очень, знаете, ночка была тяжелая, сложная. Это, знаете, самоубийство это подстроили. А выстрела никто не слышал? Нет. Народу много, музыка, потом фейерверк был. Да. Караваев один жил? Один. И сейчас в доме никого? Ну, если полиция все закончила, то... Если полиция... Дайте мне ключ. Ну. А, вы хотите... Я понял. Вот. Если надо, я с вами пройду. Нет. Это не является необходимостью. А, ну, воля ваша. Воля ваша. А человек, который... Выходил? Солоницын, мой управляющий. Кстати, отец Марии. А что? Ничего.
как тут? Я уже у Куницына была, он мне ключ дал. А ты здесь как? А я пришла посмотреть, вот что подновить, подлатать. Дело в том, что Куницын же дом выставляет на продажу. Скажи, а ты его уже видела? Кого? Ну, Караваева, он к тебе приходил? Я понимаю, это не мое дело, но просто интересно, страшно же. А ты сама была на балу? Нет. Хотя Караваев приглашал. Как странно. Почему же ты не пошла? Негоже это с хозяевами плясать. Себе дороже. Ладно. Не буду тебе мешать. Спасибо. Давеча кое-что обещали, Николай Иванович? Нехорошо обманывать дам! Сначала скажи, кто ты? Мои письма почему-то не доходят до вас. Либо вы их не читаете. Вы меня игнорируете? Ты? Вы повсюду болтаете о своих любовных победах. Вам нужно быть крайне осторожным. Это ты ли? С вами. Хорошо, что Куницын сказал, что вы здесь. Куницын? А какой Куницын? А, да, точно. Извините, я просто нужно. Это он вас сюда пригласил? Меня позвали, я не смогла отказать. Я вижу, нет никакой возможности удерживать вас в стороне от полицейских дел. Я же не специально это делаю. Просто так получается. Ну да. Я имею дело с мертвыми, вы тоже каким-то образом имеете с ними дело. По одной дороге ходим? Да, только с разных сторон. Частенько лбами сталкиваемся. Предлагаю заключить соглашение. А не нападение? Об уважении границ. Я ваших границ никогда не нарушала. Ну, мне кажется, я тоже в вашу жизнь не вторгался. Так почему воюем? Я не воюю с вами. Ну вот, хорошо. Давайте договоримся о нейтралитете. Давайте. К тому же, что я и так всегда весьма нейтрально к вам относилась. Ну вот прекрасно, продолжайте в том же духе. Просто останемся друзьями.
А что, что-то другое было? Ничего, слава богу, ничего. Вы меня опять уязвить пытаетесь? Да чем? Ну, если я вас обидел чем-то, вы меня простите. Давайте просто начнем с чистого листа. Начнем что? Беречь нервы друг друга начнем. Мир? Я вам войны не объявляла. Я вас об одном попрошу. Если ваше стремление помогать людям заводит вас на мою территорию, вы ничего без меня не делаете. Я должен быть рядом с вами ради... моей безопасности. И своих нервов. Договорились? А вот теперь о деле. Караваев на балу танцевал сразу с несколькими дамами. Но все они были в костюме Коломбины. И сколько же их было? Я не знаю, я не смогла сосчитать. Не, может быть, даже от этого голова закружилась. То есть вы считаете, что Караваева убила женщина? Я не знаю, но странно, для чего несколько разных женщин заказали одинаковые платья. Вот когда я это выясню, я вам и сообщу. Буду признателен. Ты Червова вышел уже? Да что ты? А когда? Ты еще сволочь, рыжая, а? Значит так, сидеть тихо, со склада ни ногой дня два-три, благо я еще управляющий, потому здесь безопасно. Да со скуки сдохнуть можно. Вот уедете и веселитесь, как хотите, хоть сожрите друг друга, а мне здесь балаган не нужен. А что так-то? Дело-то вроде сделано. Денег пока нет, сбыта товару тоже нет. Полиция везде рыщет, а клиенты затаились. А хозяйка что говорит? А я тебе что, не хозяин, что ли? Да вроде. Только мне ее слово нужно. Ее слово. Ее слово — сидеть тихо, не рыпться, пока полиция тут шарится. Ясно? Ты с нами-то не темни. Мы ж народ-то сиделый. Ты что, меня пугаешь, что ли? Седой, да? Где взял? Седой притащил. Дай. Тебе-то она на что? Ох, накликайте вы беду на мою голову.
Добрый день. Добрый день. Чем могу вам служить? Здравствуйте. Вы знаете, недавно для бала маскарада были заказаны чудесные костюмы, коломбины. Их ведь у вас заказывали? Да, это моя работа. О, я так и думала. Ваше ателье, оно считается лучшим в городе. Благодарю. А что я могу сделать именно для вас? Я тоже хотела заказать бы точно такой же костюм. У вас ведь остались какие-то эскизы, выкройки? Разумеется. Эскизы. Вот, взгляните. Да. Точно такой же костюм я и хочу. А кто у вас его заказывал? Госпожа Поднозова, госпожа Стрельцова и госпожа Алексеева. Надо же, все трое одинаковые костюмы. Именно, я сама была удивлена. А как-то они вам это объяснили? Да. Они сказали, что хотят на маскараде кого-то разыграть. Это удивительно. Сколько времени вы убиваете с этим бесполезным занятием? Наблюдение за птицами успокаивает. Воспитывает внимание и терпение. Превосходно. Сейчас все это вам понадобится. А что случилось? А мне надоело безделье. Это общение с Брауном. Все эти документы, выкраденные у инженера с таким трудом. Что дальше? Всему свое время. А, посмотрите, этот скворец, он тоже интересуется происходящим в моем окне. О, шельмец. Наблюдает за нами. Я не люблю птиц. А зря. Скажите, а что Браун говорит вам об этом тумане? Что это ядовитые испарения, которые поднимаются с болота. Он так и сказал. Слово в слово. Ну, болота здесь были всегда. Но вот ядовитых туманов не наблюдалось. Они появились вместе с появлением мистера Брауна. И? Что вы этим хотите сказать? Нет, я так размышляю. Любезные, ну идите уже домой. Вас экипаж ждет. Съел? А вот и есть. А вот амба. И вот еще. Ага, получите. Забирай. Чего вы изволите? А что, в померанцеве Горького? Ну и чего-нибудь закусить. А вот, знаете, покрывал. Столь. Приятного аппетита. Благодарствую. Денег, похоже, ваше благородие, у тебя больше и нет. Золотые. Цепочка тоже золотая. Фамильные. Стоит в два раза дороже, чем все, что на столе. Готов поступить за полцены. Предлагаю его банк. Знатная канарейка.
Да с перевязью. А фамилия-то где? Вон, на ободке. Если внимательно посмотреть, там гравировка. Идет. Свет червовый. Он же вышел. Это когда это? В том ходу! В том ходу! Здравия желаю, ваше благородие. Яков Платоныч. Доброе утро. Мы вас давно ждем. Я и Петр Иванович. Он в Арестанской. Пройдемте к нему. Вы бы хоть чаю для начала предложили. Кто такой этот ваш Петр Иванович? Дядя Анна Виктор. Миронов. Он подрался в трактире. С кем подрался? Так что, чаю? Ключ. Яков Платоныч. Яков Платоныч, дорогой мой. Петр Иванович, бог ты мой. Иванович. Да. Яков Платоныч, со мной арестовали еще троих. Что вы говорите? Да, они... Отпустить бы их. Ну и меня, разумеется. Отпустить? На каком основании? Ну, вводить в мое положение. Только огласки не хотелось бы. Огласки и прочего. Ну, вины ведь ничьей нет. Мне и вас-то не так просто будет отпустить. А вы еще за кого-то просите? Я умоляю вас. Умоляю. Только пусть часы вернут. Да не пихайся, ты сам пойду. Ласточка? Глазам не верю. Господа, позвольте представить, известный... Петербургский шулер, вор, контрабандист по кличке Ласточка. Он же Седой, и он же Макар Елистратов. Каким же ветром к нам занесло? Не знаю, что вам напел этот. Только мы тут напрасно томимся. Ничегошные мы. Так уж и невиновные. Ну, игра была. Барин проигрался. Ну так что ж, игра-то не преступление. Вы-то должны понимать, что есть долг карточный. Прикажете отправить в Петербург запрос? Непременно и немедленно. А как закончат с бертальонажем, Седова с подельниками нужно отпустить. Как отпустить? Разве у нас есть какие-то основания его задерживать? Ну, подрались они в трактире, и черт с ними. Кстати, Петр Миронов, кажется, тоже претензий к ним не имеет. А если из Петербурга придет ответ, что Седой замешан в каких-то делах и висит на нем преступление? Ну, наверняка какой-нибудь довисит. Только другое дело, если он здесь на гастролях. А мы все испортим, если его в камере продержим. Не совсем понимаю, что значит испортим. А то, что нам его намерения преступные знать надо. И подельники его здешние, ой, как нужны. Так что надо его отпустить. А возьмем с поличным. Надо представить наблюдение. Именно. Кого же представить-то? У нас штат раздой обчелся.
Антон Андреевич, без защиты резервы. Доверять нужно больше молодым. Кстати, о доверии молодым. Прозевали вы след на месте преступления. Какой след? След от каблука дамской туфли. Он отпечатался в луже крови. Права, Анна Викторовна, в одном. Убийца женщина. Подойди сюда. Руку клади. Локоть на 18,5. Ногу ставь. Какую? Правую. Нога 12,5. Подойди сюда. Рост 177. Цвет глаз зеленый. Волосы русые. Рыжий. Отставить. Спасибо, что пришли. А у вас лица нет? Нет. Получил письмо. Прочтите. Компанию вам не удержать. Удержите голову на плечах. Я следующий. Но что им может быть нужно? Чтобы я продал компанию. Сначала Караваев, потом я. Очень простой пасьянс. Кого вы подозреваете? Я перед этой гнусной запиской получил еще одно письмо официальное. Mm-hmm. От одного московского купца. Ты уж хочешь купить компанию. Так, сегодня в полночь. Встречаемся в доме Караваева. Зайдете, оставите дверь с черного хода открытой. Я сама войду. Свет не зажигайте, чтобы никто не видел. Встретимся в кабинете покойного. Зачем? Проведем спиритический сеанс. Вызовем его дух и зададим два вопроса. Во-первых, был ли он убит? Ну, или сам покончил с собой. И во-вторых, если убит, то кем? Господи, я непременно буду ждать. Хоть бы все разрешилось наконец. Так, теперь послушайте меня внимательно. Сейчас вы должны пойти в полицейский участок, к Штольману. И вот это письмо ему обязательно показать. Обязательно! Я что, смешное сказала? Простите, я обязательно передам. Я просто на допрос к Штольману вызван. Скажите об этом Штольману, доверяете? Полностью. В полночь. Мы проверили ваше финансовое состояние и положение дел компании. Каким же образом? Позвольте узнать. Законно, можете не сомневаться. О, да, я не сомневаюсь. Так вот, что касается вашего финансового положения, а точнее сказать, финансового положения вашего покойного компаньона, господина Караваева. Должников у него много было. Что об этом знаете? Да и это пустяки. Людей много, суды маленькие. И лишь один человек должен был ему значительную сумму денег. Согласитесь, за такие деньги можно и на преступление пойти. Ваша расписка.